детской музыкальной школе города Гал 19 ноября прошел первый открытый районный конкурс фортепианной музыки композитора Абхазии юным пианистом, в котором приняло участие 38 юных музыкантов из музыкальных школ города Гал, так и сел Папанерхва и Вяды-Баргяк. Учащиеся музыкального отделения, которые делились на три возрастные группы, по очереди исполняли избранные композиции перед зрителями и жюри. К этому конкурсу ребята готовятся тщательно. Непрерывные занятия повышают уровень будущих пианистов. Но даже этого недостаточно, чтобы занять призовые места. Конкурсанты должны показать не только отличное владение техническими возможностями произведения, но и продемонстрировать свою артистичность и сценическое мастерство, достойно и профессионально исполняя то или иное произведение. После выступления всех участников, жюри, состоящее из работников отдела культуры, также людей, у которых отличный музыкальный слух, что напрямую связано с их профессиональной деятельностью, по достоинству оценили уровень подготовки участников в трех возрастных категориях. Все дети, которые приняли участие в конкурсе, они уже победители. Состоялся первый конкурс районный юных пианистов. Это уже успех. Неважно, кто какое место займет. Самое главное, что вы почувствовали себя музыкантами на этом святом месте, на сцене. Удачи, успехов! И чтобы мы вас видели на большой сцене нашей страны. Всех благ! После награждения победителей не только участников, но и всех педагогов, организаторов, благодаря которым прошел конкурс, где все желающие показали свои музыкальные способности, состоялся гала-концерт. Бижан Микава, Анжела Убилава, Гал ТВ.